1 апреля в Домодедовском объединенном военном комиссариате, где с недавнего времени призываются молодые люди и из Ленинского района, состоялся первый день призыва весны 2014 года. О том, каким был этот день для будущих защитников Отечества, в репортаже Юлии Погосян. Годен к военной службе. Решение призывной комиссии: призван на военную службу категории годности А4 по состоянию здоровья. Угу. Предназначен в паркетные войска. Хорошо. Так, вручаем повестку. Призывники теперь не прячутся и не обходят военкоматы за километр. В первый день призыва наблюдалась высокая активность молодых людей, которые желают стать мужчинами и самостоятельно приходят на отбор. У них не стоит вопроса, как обмануть призывную комиссию. Разговаривают ребята на другие темы. Например, в каких войсках хотели бы служить. Каждый мужчина должен отдать долг родине. Все наши предки воевали. Отцы, деды. Вот поэтому мы не должны их подвести, тоже пойти отслужить. В этом году Домодедовский военкомат занял первое место по результатам призыва. Этой весной только от Ленинского района планируется призвать порядка 70 парней. Патриотическая работа дает свои результаты. Молодые люди все больше отдают предпочтение службе. У современной молодежи быть уклонистом уже не модно. У нас есть полная уверенность в том, что планы будут выполнены, потому что уже сейчас у нас прошло значительное количество молодых ребят в комиссию и готовы идти в вооруженные силы. Сейчас у нас Черноморский флот будет расширяться, потому что появились новые вакансии военно-морские. Я думаю, что будут и там ребята служить, кто пожелает. 18-летний призывник Максим четко понимает, что сейчас без военной службы о хорошей карьере не стоит даже мечтать. В его планах после армии поступить в институт и начать свой взрослый жизненный путь. Я приобрету опыт в обращении с оружием, физическую подготовку, в общении с новыми людьми, а потом смогу спокойно учиться и работать. По итогам медицинского обследования врачи сделали вывод. Видно, что ребята готовятся к военной службе, занимаются спортом и находятся в хорошей физической форме. Все ребята годны к военной службе, но различной степени годности, но годны. Но есть, конечно, отдельные случаи, но, в общем-то, это не критично. Эти ребята, которые пришли на отбор в первый день призыва, уже 23 апреля будут отправлены на службу. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.